Итоги конкурса подводили в торжественной обстановке в Центральном отделении Сбербанка. Агентство недвижимости «Согласие», «Любимый город» и «Квартал недвижимости» работают на городском рынке далеко не первый год. И данный конкурс лишний раз доказал профессионализм этих компаний. На базе Башкирского отделения Сбербанка в период с 1 сентября по 31 октября 2014 года проходил конкурс для наших партнеров, агентств недвижимости и застройщиков. Целью этого конкурса было привлечение как можно больше клиентов для получения ипотечного кредита в Сбербанке. По результатам данного конкурса определилось 3 победителя, которых мы сегодня хотели в торжественной обстановке поздравить. Таким образом, первое место досталось представителям агентства «Согласие». Второе же место поделили между собой «Любимый город» и «Квартал недвижимости». Призерам достались памятные подарки, а первое место было удостоено iPad'ом Apple. Звание лучших для самих компаний уже давно привычно, ведь они работают на рынке недвижимости уже не первый год. Рады тому, что заняли первое место? Рады – это сильно сказано для нас. В принципе, это ожидаемый результат. Риэлторские агентства «Согласие», «Любимый город» и «Квартал недвижимость» помогут вам быстро, выгодно, а главное – надежно продать, купить или обменять ваше жилье. Опытные менеджеры подробно ответят на все интересующие вас вопросы и помогут оформить необходимые бумаги. К примеру, отправить заявку на ипотеку можно прямо из офиса. Все сделки проходят с юридическим сопровождением. В часть оплаты принимается материнский капитал. И при этом вы можете быть уверены, что все необходимые бумаги будут оформлены в кратчайшие сроки. Помимо этого, агентство «Квартал недвижимость» работает напрямую с лидирующими застройщиками Уфы, что позволяет купить жилье в столице республики или оформить на нее ипотеку прямо из Нефтекамска. В том числе в таких жилых комплексах, как «Экопарк», «Сосны», «Микрорайон Яркий» и «Грин-парк» класса «Люксери». Офисы расположены по следующим адресам: «Согласие», улица Кувыкина, 1, «Любимый город», «Социалистическая», 40, и «Квартал недвижимость», «Социалистическая», 18.